членами семей погибших военнослужащих глава региона старается встречаться регулярно. Обсуждает не только вопросы, касающиеся увековечивания памяти героев, но и меры поддержки. Благодаря таким встречам удается решить вопросы личного характера. В этот раз говорили и о новых проектах. Меры поддержки, которые у нас есть в нашем регионе, касаемо военнослужащих, добровольцев, одни из самых комплексных, продуманных и четких. Мы старались их такими сделать. Постоянно мы их улучшаем, постоянно дорабатываем. Во многом с учетом ваших пожеланий, ваших вопросов. Большую помощь в этом вам оказывает фонд «Защитники Отечества». Фонд «Защитники Отечества» с 1 июня 2023 года активно работает с ветеранами и семьями участников специальной военной операции. Сотрудники организации ежедневно получают вопросы разного характера, от финансового до социального. Кроме этого, консультируют, помогают собрать необходимые документы и решают частные вопросы. Сегодня отделение фонда есть в каждом районе города и области. Самые важные вопросы – это получение статуса ветерана боевых действий, получение каких-то социальных выплат, также связанных с участием в специальной военной операции. Льготы по коммунальным платежам, помощь юридического характера. На постоянной основе у нас находится, дежурят порядка 10 психологов и 6 лечебных учреждений, с кем у нас заключены соглашения. И, пожалуйста, в любое время, в рабочее время, мы готовы предоставить и психологическую, и другую помощь. В преддверии Дня памяти вдовы попросили губернатора решить вопрос с расчисткой подходов на кладбище, а также поблагодарили за непрекращающую поддержку их семей. К 8 марта в регионе пройдет трогательная фотовыставка «Жены героев». Женщин пригласили к участию. Всероссийский фотопроект уже успел сплотить жен, матерей и детей участников СВО в одну семью. Проект родился в Самаре. Организатор, автор этого проекта Екатерина Колотовкина. Когда она накинула китель своего супруга, она решила сделать фотосессию в кителях мужей. И откликнулось очень много регионов. Я принимала участие в Забайкальском крае, так как мой супруг там служил. И потом уже здесь организовала в Ульяновске. В Ульяновской области чтят память погибших героев. Подтверждение тому – регулярные памятные мероприятия и уроки мужества. В честь защитников устанавливают памятные доски и называют улицы. Их имена присваивают школам. Светлана Карпухина, Герман Баранов, Улправда, ТВ.